Спортинвентарь, конечно же, сладости накануне международного праздника. Силовики с подарками пришли к детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию в подшефный социальный приют «Ровесник». Ребята готовились к визиту гостей. Танцевальные номера, вокальные выступления, программа обширная. Помимо приятных презентов, полицейские приготовили особый сюрприз. Какой именно, знают наши корреспонденты. Гостей в погонах встретили представлением с танцами и музыкой. Аудиторию завели мгновенно. Участникам выступать перед зрителями не впервой. Полицейские навещают их регулярно. К визиту участники праздника готовились почти месяц. Номера программы отрабатывали всерьез, рассказывает Алексей. Впрочем, актерской карьере он в будущем собрался предпочесть армейские погоны. Она сперва пела просто, а потом мы решили небольшую сценку сыграть. И это потом вот решили здесь показать. Военным хочу стать. Ну, для того, чтобы там спасать людей. Визитеры в долгу перед хозяевами не остались. Поздравлений и подарков хватило всем. Кульминацией встречи стал запуск голубей. Как отметил руководитель областного главка Юрий Стерликов, от этой дружбы все стороны только выигрывают. Из счастливых детей преступники не вырастают. Это, как говорится, результат тот, который закладывается на более поздний период, то есть так называемый отложенный эффект, как я его называю, да, и вот потом оно даст свои позитивные результаты и всходы. Виталий Портнов, Василий Иванов, новости губернии.